Правительство платит 60% расходов вместо 30% при переводе машин с бензина на газ. Субсидии правительства предназначены для физических лиц и малого бизнеса, занимающихся переводом автомобилей. Это, по мнению министра энергетики страны Александра Новака, позволит им сэкономить 4-5 миллиарда рублей. Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей дочки. «Газпром» – газомоторное топливо. Это основной поставщик газа для транспорта. Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ. Переход на использование газомоторного топлива может снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель на 60-65%. В республике в 2020 году необходимо построить 3 АГНКС и переоборудовать 595 транспортных средств. Одну из них построят на трассе М7 «Волга» в Козловском районе, другую на автодороге «Вятка» в Чебоксарском районе, третья планируют Чебоксар на Новодонском шоссе. На 2021 год в планах еще 2 заправочные станции. В рамках реализации госпрограммы по развитию рынка газомоторного топлива в 2020 году на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа предусмотрено средства из республиканского бюджета Чувашской республики в размере 120 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета 112 миллионов и 8 миллионов рублей.